народное ремесло к нам из древности пришло. Чтобы сделать туесок, заготовь бересты впрок. Середина июня – горячая пора для мастеров-берестянщиков. Именно в эту пору береста имеет уникальные свойства, а сам процесс не вредит дереву. Сергей Кравченко из села Большой Отмаз Черлакского района берестяным делом занимается уже 10 лет. Об этом старинном ремесле знает практически все. Почему березовые леса творят чудеса? И как изделия из бересты помогают человеку справиться с депрессией? Смотрите программу «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. Сегодня в 20:00 на 12-м канале.